Телеканал «Тверской проспект Регион» получил диплом фестиваля телерадиокомпании ЦФО «Территория хороших новостей». В этом году он проходил в 22-й раз. На конкурс было подано около сотни работ от представителей более 40 телерадиокомпаний из 12 регионов Центрального федерального округа. Телеканал «Тверской проспект Регион» был награжден за серию прямых трансляций богослужений из храмов Тверской области. Телеканал «Тверской проспект Регион» действительно постоянно организует прямые трансляции богослужений из храмов на территории Тверской области. Дело это очень ответственное и, надо сказать, что технически сложное. И мы очень рады, что наши коллеги оценили нашу работу по достоинству.